Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про визнання Росією так званих ЛНР та ДНР та можливі наслідки цього рішення. У нас в гостях політичний експерт Юрій Райхель. Юрій Райхель – політичний оглядач. Освіта – Національний технічний університет Дніпровська політехніка, інженер-електрик. Протягом багатьох років співпрацює з загальноукраїнськими ЗМІ як експерт з політичних та економічних питань. Одружений, має онуків. Хобі – література. Юрію Борисовичу, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, у непростий час зустрічаємось. Перше питання дуже коротке. Чому саме зараз це відбулося? Тобто визнання так званих ЛНР, ДНР Росією. Це заключительний акт того, що конструкція, яку російська власть створювала, або конструювала, як хочете, в течение довгого часу, вона стала рушитися. И рушиться она стала по многим причинам, но главное – это нежелание, категорическое сопротивление Украине. Украины, она не собирается капитулировать. Принятие минских протоколов – это фактически протоколы, а не соглашения, их неправильно называют – означало капитуляцию Украины, превращение ее в такой вот полуроссийский протекторат. Я такой приведу исторический пример, который очень характерен. В марте 1952 года СССР, это Сталин, направили ноту четырем западным державам о том, чтобы включить ГДР в состав будущей нейтральной Германии. Но включить ее со всеми ее делами, социалистической единой партией, штази, полицией, партийными организациями, социалистическим устройством экономики и так далее. А вообще Германия стала бы единой. И даже столицей согласились, объединенной Германии будет Берлин, который тогда был разделен на четыре зоны. Оккупация. Да, на что тогдашний канцлер Германии Конрад Аденауэр сказал: лучше иметь половину Германии, но целиком, чем всю Германию, но наполовину. Вы же понимаете, что такое была бы та ГДР в теле демократической Германии. Это все. Капитуляция полная. То же самое пыталась Москва сделать с помощью так называемых Минских соглашений или протоколов, навязать Украине ее контроль через подчиненные ей вот эти вот так называемые республики, которые формально бы вошли как области, но с правом вето, своей милицией, ну и так далее и тому подобное. То есть ГДР тогдашняя. Тогдашняя ГДР, а теперь эти вот это ЛНР, ДНР. И до какого-то времени Путин надеялся, что западные державы заставят Украину, вот формула Штайнмайера там и так далее, заставят Украину в том или ином виде принять эти соглашения, фактически соглашения о капитуляции. Это мы говорим про другой Минск. Да, да. И в начале февраля стало совершенно очевидно, что Украина категорически отказывается капитулировать. Сорвалась встреча там советников, она, то есть она состоялась, но ничего не принесла. Так, остання была в Берлине, якщо я не помню. Да, совершенно верно. Вот берлинская встреча, и вот Дмитрий Козак, который возглавлял российскую делегацию, он, на него было страшно смотреть на последние пресс-брифинги, которые он давал. Все обрушилось, ничего не получилось. Это первая составляющая. А вторая составляющая, что Запад дал твердый
негативный ответ на ультиматум Путина, типа НАТО, собирайте свои манатки, убирайтесь за там, 1997 год, какие у вас были, убирайте все. Из Украины вывозите все вооружение, которое вы ей там дали. Вы должны заставить Украину там, принять Минские протоколы. А иначе держите меня семеро, я за себя не отвечаю. И к удивлению Москвы, Запад ответил категорическим нет. То есть обрушилась вся геостратегическая конструкция, связанная не только с Украиной, но и вот вообще с взаимоотношениями с Западом. А тут в тылу Казахстан. Мы пам'ятаємо події, які відбулися в тому місяці. І тут Казахстан, тут не очень понятная позиция Китая, который отказался поддерживать путинские агрессивные планы. И даже буквально накануне этого признания китайский министр иностранных дел на заседании Совета Безопасности ООН заявил о том, что он, Китай, поддерживает территориальную неприкосновенность всех стран, включая Украину. Это отдельно, я прочитал это на сайте Организации Объединенных Наций, там есть в том числе и русский текст. И вот эта и вся ситуация привела к тому, что нужно было как-то сохранять лицо. Вот найден способ сохранения лица от геостратегического отступления под видом тактического наступления. Юрій Борисович, таке питання. От з 2014 року, фактично з року, коли почалась активна фаза агресії, все-таки проблему Криму, проблему Донбасу розглядав дещо окремо. Хоча де-юре і Донецьк, і Луганськ, і Крим – це є територія України, але тим не менше не було ні у кого заперечень, що Крим анексований. Фактично є розмежування там. По Донецьку, по Луганську у декого виникали питання все-таки, що там є інструктори по регулярних військах питання. От ситуація зараз, після того, що відбулося вчора заява Путіна, сьогодні обидві палати російського парламенту, який, до речі, не визнає Україну, оскільки відбулись вибори на окупованих територіях, зокрема у Криму. От зараз ситуація змінилась, з вашої точки зору, чи слід проблему Донбасу і Криму розглядати у комплексі? Нет, в комплексе это не получится, потому что слишком острая проблема Донбасса, а проблема Крыма, она носит такой более отдаленную, имеет более отдаленную перспективу. То есть тут же Путин буквально взбесился, когда ему о Крыме напомнили, и он сказал, что если Украина вступит в НАТО и начнет освобождать Крым, а это суверенная российская территория, то нам что, с НАТО воевать? Вот примерно вот такая конструкция, которая заключалась в том, что вот мы сейчас занимаемся Донбассом. Вот мы там признаем, не признаем, но тогда еще не было признания, но уже дело к тому шло. А вот Крым несколько отодвинулся, и украинская дипломатия настаивает на том, что да, это две стороны одной медали, оккупация украинской территории, но острота проблемы сейчас сосредоточена на Донбассе. А Крым, как говорится, никуда не убежит. Наступит время, мы к нему вернемся, потому что Крымскую платформу никто не отменял. Так, Юрій Борисовичу, я хотів би поговорити зараз трохи не про зміст, а про форму. От, напевне ж, ви слідкували за тим, як відбувалось фактично визнання так званої незалежності тих організацій, які визнані в Україні терористичними, і ЛНР, і ДНР. От як вам взагалі, чи не нагадувало вам це певний такий театр? Спочатку це було звернення Держдуми, потім це було звернення ватажків ЛДНР до Путіна, потім Радбез, потім заява Путіна. От ваша оцінка з точки зору самого видовища, як це відбувалося? Ну, понимаете, в Росії Путін легаліст.
Он хочет, чтобы все было юридически правильно, в соответствии с российским законодательством. Наверное, юристом за фахом. Да, и вот он, вот это вся, весь этот театр, совершенно верно, потому что все эти действия Российской Госдумы, Совета Федерации, даже больше можно сказать, они действительно представляют собой театр, потому что там же никакой оппозиции нет, никто же не может сказать против, и все отсюда вытекает. Поэтому внешне это, конечно, выглядело как театр, потому что мы все прекрасно понимаем содержание. Но тут есть чисто юридический вопрос соответствия российскому законодательству. Вот оно выдерживалось, как говорится, буква за буквой, шаг за шагом, то, что соответствовало там, внутреннему законодательству и протоколу. Поэтому это нужно для того, чтобы заявить, ну а что делать? Вот мы признали, вот мы так считаем, вот наш высший законодательный орган там, ратифицировал это соглашение, и оно после этого вступило в силу. Поэтому какие вопросы? Вот вопросов, юридических вопросов с точки зрения Путина нет. Но они есть у международного сообщества, которое подобный театр не признает. И все прекрасно знают цену всему тому, что происходит в Москве. Но это уже вопрос дальнейшей дипломатии, которая, к сожалению, иногда может переходить в горячую фазу, на, как говорится, на земле. Знову ж таки, напевне, ви дивились цю годинну промову, яка відбулася вчора ввечері. От ваша оцінка її, її змісту, її форми, як ви це бачили, що про це можна говорити? Зрозуміло, в інтернеті зараз багато мемів стосовно, в тому числі, Володимира Ілліча Леніна, якого згадував Путін, і стосовно іншого. Ваша оцінка змісту, форми промови? Ну, понимаете, анализировать эту речь глубоко особого смысла нет. Мы можем отметить только один очень важный факт, который может приобретать и приобретает политическое значение. Для Путина Украина – это вопрос внутренней психологической травмы. Он травмирован независимой Украиной. Он считает, что вот так, как Збигнєв Бжезинський в своей книге «Великая шахматная доска» написал, что без Украины Российская империя невозможна, а он большой поклонник Бжезинского, он считает, что все остальное он приберет к рукам так или иначе. Правда, в Казахстане уже вышла осечка. Но вот в Белоруссии получилось. И вот там на Южном Кавказе не все в порядке. Не все получается. Ну, Южный Кавказ, вы имеете на увазе, который входит до склада России? Нет, это Северный Кавказ. Mm-hmm. А я имею в виду Азербайджан, Армения, mm-hmm. Грузия. Ну, до речи, сегодня встреча с Алиевым была в Кремле. Ну, это было ранее запланировано, поэтому mm-hmm. тут вопрос, это совпадение. И вот он представляет себе, в чем его травма, что вот Украина. Нужен Киев, мать городов русских, нужна Украина. Отсюда и все это нанизывание вот этой всей псевдоистории, там, что, там австрийский генштаб, какой-то генштаб, Ленин выдумал Украину и так далее. То есть вопрос не в том, что он пишет, а вопрос в том, что это, ну, знаете, мессианская идея, а от нее избавляться очень сложно. И вот эта мессианская идея заключается в том, что не будет великой России, пока к ней не присоединится, по крайней мере, левобережная Украина. А реально вся. Он так и будет, Львов, там так называемая Западная Украина, по его мнению, это вообще не русская земля, она никогда русской не была, хотя князь Даниила Галицкий гораздо больше оснований имеет право считаться древнерусским князем, чем многие тех, кого посадили монголо-татары с ярлыком из сарая. Поэтому вот здесь мы имеем сочетание геополитических, геостратегических факторов, которые действительно очень сильно беспокоят российских военных, и не, по их мнению, не безосновательно.
сейчас я буквально одно предложение по этому поводу скажу, и психологический. Вот великая Россия без Украины невозможна. Что касается чисто военного фактора, и когда Путин там рассуждал о подлетном времени и так далее, то это не беспочвенно. Это он говорил не сам по себе, что он такой великий деятель, а потому что ему так военные подсказали. Украина опасна не тем, что тут будут размещены американские ракеты. Может быть, они никогда и не будут тут размещены. Потенциально наша страна в состоянии производить ракетное вооружение, имеющее соответствующую дальность. Сейчас этого нет. Но кто поручится, что через 10 лет этого не будет? А 10 лет – это даже не время, это даже не миг. И их это очень серьезно беспокоит. Следующий фактор. Самая длинная береговая линия Черного моря, я уже про Азовское не говорю, у Украины. И если Украина будет иметь на Черном море соответствующую оборону своего побережья, и соответствующий флот, то тогда с мечтой о превращении Черного моря, это стратегическая мечта, в внутреннее озеро России придется навсегда проститься. Ну, в принципі, цю ідею озвучували в 19 столітті, коли були російсько-турецькі війни. От, Юрій Борисович, до речі, от ми згадали в тому числі і Леніна, ми згадали князя Данило, австрійський генштаб. От, якщо говорити і про цю промову Путіна, і про інші, які були озвучені у минулі місяці, от, скажімо, коли він зібрав лідерів інших держав і фактично влаштував годину та колекцію про Мюнхенські домовленості 38-го року, коли була розділена фактично Чехословаччина нацистською Німеччиною за участі, в тому числі і західних держав. От з вашої точки зору, чому останнім часом Путін так активно і так багато для вирішення своїх якихось політичних питань, чи то внутрішніх, чи міжнародних, апелює, власне, до того трактування історії, як він її розуміє, цю історію? Это способ обвинить западные страны. Вот вы в прошлом предали Чехословакию. И теперь вы предаете вот других. И вы для того, чтобы вы не совершили такую же ошибку, как в Мюнхене в 1938 году, вы должны с нами договориться. Полюбовно. Мы должны с вами договориться, что вот эта зона влияния России, а фактически восстановление Великой России, как он это представляет, а это ваша. Вот Венгрия, мы на нее не претендуем. А вот насчет стран Балтии, это вопрос. И вот давайте мы как-то вот, чтобы не повторился Мюнхен, давайте мы вот сейчас договоримся, и тогда все, как говорится, разойдемся, как в море корабли. Но оно же не получается разойтись, как в море корабли, потому что границы есть границы. Это же не вода, где можно границы не проводить, хотя они там тоже проводятся. И вот здесь вот это вот бесконечное апеллирование к тому, чтобы западные державы обвинять в том, что они совершали или не совершали. И хотя они давным-давно дали оценку своим действиям в прошлом, и эта оценка негативная, тем не менее, это вот вопрос в том, что... И второй адресат – Украина. Вы же не хотите, чтобы вас вот так вот поделили, как Чехословакию в 1938-м. Поэтому вы должны прибиться к нашему берегу. А мы гарантируем вам, ну, условно говоря, территориальную целостность, ну, за небольшими исключениями, типа Крыма там и так далее. От, до речі, Юрій Борисович, на початку нашої розмови ви дали свою оцінку Мінським угодам. От ситуація змінилася вчора, сьогодні у зв'язку з визнанням так званих ЛНР-ДНР. З вашої точки зору, чи можливо незалежності від оцінки тих домовленостей, які були укладені у лютому 2015 році, чи можливе у тій чи іншій формі повернення до Мінську, до Мінського формату? Ні, Мінський формат ушов в історію. Создалась совершенно новая
политическая, военно-стратегическая, экономическая и финансовая ситуация. Вопрос переговоров перешел в совершенно иную стадию, и повестка дня этих переговоров кардинально изменилась. Сейчас не будет идти вопрос о том, где стреляют, где не стреляют и так далее. Вопрос переходит в стадию такую. Россия – агрессор, она оккупировала часть территории Украины в нарушении международного права. Она за это получит соответствующие санкции, дипломатическую изоляцию. И если будут вестись какие-то переговоры, то по конкретным узловым, но другим вопросам. Ну, например, об ограничении ракетных вооружений, об отводе войск от границ НАТО и Российской Федерации, в Белоруссии, соответственно, о там прозрачности военных учений, которые проводятся там в такой-то зоне от границы, ну, например, в 1000-километровой или 800-километровой зоны влево и вправо от границы. То есть это важные, но частные вопросы. По кардинальным вопросам с Россией никто переговоры вести не будет. Он сам своими действиями, в том числе и выходом из Минских протоколов, он сузил свои возможности для переговоров и сам же зашел в дипломатическую изоляцию. И дальше ситуация выглядит таким образом. Движение вперед может идти для него только в эскалационном направлении, усиливать эскалации. Усиление эскалации будет вызывать усиление санкционного давления. И вот вопрос в том, на какое санкционное давление согласится Путин и его окружение, чтобы продержаться ближайшие там, 3 года, пока хватит запасов в Фонде национального благосостояния. Вот это фактор совершенной неопределенности, который сейчас мы в полной мере оценить не можем. Стосовно можливої зустрічі і у нормандському форматі, а можливо двостороннім, між Зеленським та Путіним. От Зеленський неодноразово, у всякому випадку, до вчорашнього дня заявляв про те, що він готовий зустрітися із Путіним, навіть віч на віч, і обговорити ті питання, які є стосовно Донбасу. От зараз, на сьогоднішній день, 22 лютого, чи можлива і чи потрібна така зустріч, ваше бачення? Ну, такая встреча не состоится, это совершенно очевидно. Путину нечего сказать на этой встрече, потому что позиции Украины и России настолько диаметрально противоположны, что согласовать их просто физически невозможно. Что касается так называемого нормандского формата, я скептически отношусь. По-моему, он умер точно так же, как и Минские протоколы. А це трапилось коли? Це трапилось сьогодні, вчора? Це трапилось у 19-му році, коли була остання зустріч лідерів нормандського формату? Коли? З декабря 19-го року він почав медленно, але неуклонно умирати. У нього, як говориться, часто перехватувало дихання, а тепер дихання просто остановилось. Этот формат більше був необхідним нашим западним союзникам, партнерам, которые пытались таким образом что-то как-то выторговать у Путина для того, чтобы он хоть что-то на какие-то уступки пошел. Но он ни на какие уступки не шел. И поэтому все попытки, начиная от формулы Штайнмайера, которые не... то есть, понимаете, это невозможно было. Они предлагали какие-то попытки внедрить эти протоколы в украинское законодательство. Украина на это категорически не соглашалась. За спиной Украины теперь стоят англосаксы, Соединенные Штаты и Великобритания. И поэтому нет никаких условий для Украины принимать даже в минимальной степени какие-то капитулянские предложения. А тут же вопрос такой. Уступишь на миллиметр – дальше начнется эффект домино. Поэтому уступать нельзя ни в чем, никогда и ни за что. Мы не должны никогда признавать аннексию Донбасса, аннексию Крыма. И вообще возможные переговоры могут вестись
только по вопросу, когда они будут возвращены Украине. Нет? Ну, значит, нет. Угу. От знову ж таки, ви торкнулись питання широкомасштабного конфлікту, його можливості. От у нас не так багато часу лишається. З вашої точки зору, наскільки можливо і до якої точки кипіння можлива саме ескалація конфлікту, і чи буде вона продовжуватися найближчими днями? Нет, ближайшими днями навряд ли это произойдет. И тут вопрос заключается не только в Украине, не только в позиции Запада, хотя это очень важно и очень серьезно, а в том, как складывается международная ситуация. А если завтра 15 тысяч талибов перейдут границу Таджикистана в Горно-Бадахшанской области и начнется проникновение их на весь Таджикистан, а за ним и Узбекистан, то тогда сколько войск у российских понадобится, чтобы их защитить? И хватит ли у России этих войск вообще? То есть сейчас они согнали на наши границы 70% своей боеспособной армии. А рельеф там такой, что не хватит и этих 120-150 тысяч, чтобы полностью закрыть эту границу. Поэтому вопрос в том, как будут развиваться события в ближайшее время, зависит не только от Украины, наших западных партнеров, и от очень многих других факторов, которые мы сейчас тоже оценить не можем. Юрію Борисовичу, у нас лишається буквально одна хвилина, але питання таке масштабне. От я прошу все-таки вкластися у вас у цю хвилину, щоб підсумувати нашу сьогоднішню розмову. За яких, з вашої точки зору, умов можлива деокупація і Донбасу, і Криму? Тільки в случае зміни влади в Росії, приходу там совершенно других людей і відказу від вот этой вот месіанської ідеї. То, що произошло після смерті Сталіна. После смерти Сталина опять началось мирное сосуществование, и мир с грани горячей войны, а Сталин планировал на 1953 год атомную войну в защиту Кореи, тогда шла Корейская война. В 1953-м она закончилась? Она летом, а это было, ну, он накануне своей, весной, так, да, своей смерти. Вот. И тогда новое советское руководство перешло на совершенно другие позиции, и мы получили холодную войну. Зміна влади одним реченням, якщо. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним оглядачем Юрієм Райхелем. На все добре.